Всем привет! Всем привет! С утра сегодня вам не снимали, потому что нас отключили свет, мы без света сидели. Вот не так давно включили, я быстренько Софии все перегладила школьное. Вот, и сейчас София собирается в школу. А наш Гуф работает. Кстати, друзья, я сегодня посмотрела, сколько он за вчерашний вечер вот набрал мусора. Я вам потом покажу, как он остановится. Это ужас, честно, я была в шоке. В пятницу я генералила, в субботу мыла полы, вытирала пыль. Вот. Это вообще что-то с чем-то. В воскресенье тоже мыла полы, вытирала пыль, ну, чтобы пыли не было. И вы не представляете, сколько он нашел пыли. Это просто вот... Я не знаю, откуда наберется. Так. Давай, София, будем собираться уже, чтобы ты в школу потихонечку шла. У нас 10 минут осталось. Давай, все, пока. Заставила Софи сегодня надеть ботинки, потому что у нас пасмурно. Я боюсь, что пойдет дождик. Если она пойдет в кроссовках, что может это, ну, намочить ноги. Пусть идет в ботинках. И, наверное, ей дам одеть куртку. Не плащ, а куртку. Пусть не застегивает. А то вот так вот дождик пойдет, и что теперь будет? Придет вся мокрая, не дай бог заболеет. Так, на. Надевай курточку. Помочь? Нет. На беззвучный сразу поставила? Да. Можешь не застегиваться. Ну, или застегнись. Что, ты вот так в руках будешь нести сменку? Да. А чё? Почему не в рюкзачке? Чтоб удобно было? Нет. Ну ладно, хочешь себе удобно? Ладно, Соф, давай. Аккуратно на дорогах, поняла? Да. На время смотрим. Можешь потихонечку идти, так как ты сегодня рано выходишь. Все, мы тебе с Гуфом провожаем. Желаем тебе сегодня... Пока куда? Гуф, чтобы пришла, все чисто было. Он трудится. Дай поцелуй. Давай. Все. Удачи тебе, Зай, хорошо? Давай, ждут тебя звоночка. Блин, ну на улице не холодно совсем. Ну вот я боюсь, то, что может дождик пойти, и будет все равно прохладно. Пусть в куртке пока ходит. Надо какой-то утепленный купить ей. Пока! Какую-нибудь куртку надо ей купить, непромокаемую, утепленную, чтобы сейчас вот ходить. Дождик может пойти. И пойдет, пишет погода, что дождик еще должен пойти. А мой цветочек, смотрите, какой еще стоит. Цвет какой красивый. Красоте. Наш Гуф убрался, вот сам приехал на станцию, и я хотела вам показать тот мусор, который он у нас собрал. Вот вы посмотрите, это получается, он у нас поработал вчера вечером чуть-чуть и сегодня, и вот столько мусора он собрал по всей квартире. Вы представляете, при том, то, что в пятницу я генералила, все перемывала. А в субботу, воскресенье тоже мыла полы, вот, притом руками, плинтуса все вытирала, вот, и вы представляете, все равно вот такая вот пыль. Если честно, когда я увидела, я была в шоке, как будто и не убиралась. Сейчас буду вытряхать, все мыть, и заведу пылесос, чтобы он помыл полы. Привет! Привет. Устала? Да. Жарко на улице или холодно? Жарко. Жарко? Да. Ну ты пока в школе была, уже дождик прошел, София. Смотрю в окошко, льет опять. Как дела, моя девочка? Все нормально? Давай целуемся, обнимаемся. Вот так мы приходим со школы. Уставшие. Ну-ка, штаны покажи мне сзади, Зай. Какие? Давай, снимай. В стирочку брошу.
Устала? Что это такое у тебя? Мне Варя подарила. Варя? Да. Аккуратно, не порви. Ну что такое? Давай, подъем. Давай до ванну так вот. Снимай штаны и бросай в стирку, я сразу постираю. Чтоб это, пятна не остались на штанах. Стоять включи. Я искупалась сейчас, так хорошо, блин. Правда, сегодня свет выключали. Вот. Ну где? Часа, наверное, полтора не было света, да? Даже побольше. София, не помнишь? Вот, я уже напугалась, думала, что София в школу пойдет, я ничего не перегладила. А потом София кричит: «Мама, свет дали!» Вот. А у нас свет выключают, всегда воды нет. У них вот все взаимосвязано. И свет дали, пошла набирать, пока София была в школе, думала, искупаюсь. Пошла набирать воды, а там ржавая течет вода. Я ж прям напугалась. Давай в группу писать. В группе пишут, да. У кого-то вообще уже несколько дней ржавая вода течет. Одни пишут, да, у нас тоже. Ой, вообще. Она у меня, наверное, минут 15 шла вода. Я включила на кухне, в ванне. Вода прошла, ничего не помогало. Думаю, сейчас воды у меня намотает. Вот. И вот сейчас воды набрала, ванна какая-то, знаете, непрозрачная. А вот чуть-чуть все равно желтозня присутствовала. И вот я, блин, куда деваться? Вот пошла купаться. Но это, искупалась, и вот сейчас полоскаться начала. Смотрю, вода прям чистая, прозрачная. Думаю, ну, слава богу. А то зубы ребенку чистить, там, рот полоскать и в такой воде. Ладно взрослым, но детям. Yes. Так что такие дела. София, ты выучила все уроки? Yeah. Русский, английский. Да, математика уже готова у тебя. Так, София будет участвовать в конкурсе. Нам учительница прислала в группу к 9 мая, к Дню Победы. Нужно нарисовать рисунок вот, и отправить учительнице. Она там будет куда-то выставлять. Завтра пойдем. У Софии есть одноклассник, а у него мама. Ну вот куда мы ходили рисовать рыбку на конкурс. Вот туда же София пойдет. Она говорит, и часика два будем рисовать. Завтра вам покажем. Рисунок, какой София нарисовала. Так, ну давай, София, еще чуть-чуть поиграйся и будем отдыхать, ложиться, ладно? Завтра тебе рано вставать. Нужно все дела сделать, покушать и к Наталье пойти. Мы уже готовимся ко сну. София чуть поиграла. И все, надо. Может быть, София, постирать? Ты уже второй день таскаешь? Нет, ну я первый раз только это делаю. Да ты что? Носом подыши. Чего опять у тебя с носом? Не знаю. Не замерзла, когда домой шла? Нет. Нет? Дома не холодно тебе? Нет. У меня окна открыты, что на ой, что в гостиной, что в комнате. Потому что дома жарко, а на улице, ну так, такой ветерочек. Свеженький, особенно после дождя, пыли такой нет, пока окошечки открыты. Ой, я вообще люблю, когда, вы знаете, дождь или после дождя окошко открыть, потому что запах такой приятный. Да, Софи сегодня подарила ее одноклассница такой браслетик. Она, видишь, как, одела как чокер. 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 Вот, и люблю спать, вот, например, когда дождь или после дождя, окно открыто, такой ветерочек свежий, запах такой приятный, вообще обалденно. Я люблю дождь, когда нужно сидеть дома, это вообще отлично. Но когда надо куда-то идти, дождь, это вообще... Ты замерзла, что ли? Надо ложиться спать, я уже зеваю. Сейчас машинка достирается, София, на школьные вещи. Белые уже постирала. Темные вещи осталось, сарафан, колготки. Ну ты что?
Кстати, мы сделали справку на ГТО, на сдаче ГТО. Готов к труду и обороне. Вот. Надо теперь выбрать по желанию, что сдавать. Челночный бег, отжимания, бег. Да, там нужно выбрать. Ну вот. И написать Елена Викторовна, кстати, только сейчас вспомнила. Нам сделали справочку. Вот. София уже учительница отдала. Это та справка, которую нам в поликлинике не могли заполнить. Вот, нам сделали. Я уже говорила, да, что ты на танцы не пойдешь? Да. Соскучилась? Да. Ну, завтра сходишь, порисуешь и все. А в четверг пойдешь на танцы. Четверг, суббота, воскресенье. А прикиньте, еще раз, блин, скажешь какой-нибудь конкурс именно свет? Нет, конкурс, а принимаются рисунки до 1 мая. И вот нам на этой неделе нужно вот нарисовать. Дать учительнице сразу и все. Ну что ты делаешь, Ай? Давай ложить баиньки. Время уже поздно. А тебе завтра к 10 часам к Наталье идти. То бишь тебе нужно проснуться на 1,5 часа раньше. Мы тебя не видим. Угу. Чикардос. Ты зачем полезла туда? Надо. Сов, ты же знаешь, как ты утром просыпаешься? Вот почему ты вот не вспоминаешь утро, когда тебе охота спать? Ты говоришь, мам, ну еще чуть-чуть, ну еще чуть-чуть. Еще всегда говорят, мам, можешь? Мам, ну можно еще 5 минуточек? Угу. Да, вот так вот и это. Или, например, говоришь ей: София, 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 София. Она спит и вообще никак не реагирует. Ага. Ага. Давай, снимай чокер свой. Завтра нет. Наденешь. Нет, я не разрешаю тебе это ночью спать. Потому что. Ну, убирай. Почему? Потому что нельзя в таких спать ночью. Почему? Потому что это плохо. Давай, снимай. Я не хочу. Тогда руку можно? Нет, снимай, вот сюда положи на стульчик. Завтра утром проснешься и наденешь. А потому что, вот потому что. Пока всем. Все, она обиделась. Ну ты что, на зрителей тоже обиделась или только на меня? На всех. А почему? Что тебе все сделали? Я ж тебе не разрешила спать с бусинами. Кстати, я не написала в группе танцев, что ты завтра не придешь. Завтра с утра надо отписаться. А то так некрасиво, неправильно. Надо предупреждать. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. И оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока, до завтра. Приятных снов. Да, друзья, всем спокойной ночи, всем приятных снов. Всем пока-пока. Пока-пока.